Так, ребят, всем привет. В данном видео я покажу забаф Маэвы на шанс критического удара плюс 60%. Недавно просто столкнулся с тем, что некоторые игроки не в курсе о таком забафе. То есть, либо не умеют его делать, либо думают, что вообще такое невозможно. А делается это на самом деле легко и просто. Смотрим и запоминаем. 30. Плюс 30. Давайте разберем, как мы это получили. Получить такой баф можно с помощью стигмы, пробужденной на шанс крит удара плюс 30% на 9 секунд, как вы видите, и выбрав Рабаму предел дух воина. Смотрим еще раз. На самом деле все легко и просто. Надеюсь, данное видео вам поможет хотя бы чуточку лучше фармить. Ну и в принципе на этом все.